Владимир Федорович, вы очень часто говорите о том, что человек силен корнями, а нынешнее поколение не всегда этому уделяет внимание. Поэтому поделитесь мудростью, в чем же смысл поминания родства? Вы знаете, у меня есть версия, вот моя личная, я ее сам придумал. Mm-hmm. И сам теперь как бы вот распространяю вокруг себя, вот как одна из теорий, так сказать, человеческого бытия, во всяком случае нашего. Я придумал, что если человек сегодня умеет организовать дело, если он сам нормально работает, толково, умно, если он, на него можно положиться, mm-hmm. да, то ищи в его корнях раскулаченных. Здорово. А если еще только обед, а он же шашлык с пивом, mm-hmm. это ищи председателя комбеда. Ясно. Вот. Ну, мне, я не знаю, повезло, не повезло, но дело в том, что поскольку мама моя с Украины, с Центральной, с Кировоградской области, в село Новгород, крайцентр, а тятенька, он из Новосибирской области, mm-hmm. но тоже хохол. Mm-hmm. Хохол, у них там была украинская деревня, называлась она Григорьевка. Mm-hmm. И там потрясающая история. Вот что меня тогда поразило, вот отец рассказывал. Их было 7 детей, отец старший, первый, а остальные 6 это девки. Маленькие-маленькие. У них было 3-4 коровы. Они приехали переселенцы столыпинские из Черниговской области. Вот я так и поняла. Боже мой, как все пересекается. Да, и да, мои да. такие же предки здесь да, оказались. Да, да, да. Вот. И... Черниговские. Да, да, и Черниговские. Там Витьков, вот море. И вот у них полдеревни были витьки, значит. И mm-hmm. вот это вот жили 3-4 коровы, небольшое стадо овец, там, значит, куры, этих никто не считал. 2 рабочие лошади. И вот что самое замечательное, дед, отец моего тятеньки, он был страстный лошадник. Mm-hmm. И вот у него были 2 рабочие лошади и выездной рысак, который не запрягали ни в телегу. Да. Mm-hmm. Не в плуг, да. только вот верхом, и да. только летом такая двухколесная такая бричечка. А зимой такая кошелка, они на Масленицу гонки устраивали. И вот он ярый был лошадник, mm-hmm. ярый. Мало того, что они там держали на паях крупорушку, там такое мельницу, все это. То есть жили. Отец говорил, сынок, у нас в деревне были бедные те, кто ленивые. Mm-hmm. И вот когда пришло советское время... Их всех загоняли в колхозы, ну, понятно, да? И mm-hmm. было 2 пути. Или в колхоз, или дальше в Сибирь уже без ничего. Да. Дед все сдал в колхоз, а поскольку он без лошадей, ну, просто не мог жить, mm-hmm. он пошел работать на конюшню. Mm-hmm. И он, когда увидел, что там происходило с лошадьми, как с ними... относились, да. Поэтому он умер от инфаркта. Да, вот так вот. Ты он умер, да, и отец остался старшим в семье в 14 лет. Ну, действительно старший, конечно, да. старший сын. И единственный мужик. Угу. Ну, он уже к тому времени, он был такой немножко грамотный, его поставили там учетчиком, и вот он, бабушка рассказывала, что отцова мать, что они каждую ночь сидели у окна и ждали, когда за ним придут, потому что он уже маленький, но начальник. Угу. Мог любой написать донос, да. его забрать и все. И он все-таки сбежал на строительство в Фергану, на строительство канала, оттуда в армию пошел. И в 41-м году летом он должен был уходить из армии, ну, демобилизовываться, mm-hmm. и тут война пришла. Mm-hmm. И он прямым ходом на сколько там, месяц, 2-3 курса младших офицеров, и потом в разведку, в полковую разведку, и до самого конца войны он был в полковой разведке, 2 там был ранен, у него... Несколько орденов, но самые дорогие для меня были, и я как-то вот, потом мне говорили, что это самые действительно такие толковые ордена. Mm-hmm. 2 ордена Красной Звезды, это за непосредственное участие в атаке, в бою. А потом на Украине, в райцентре мы жили, все, мама работала, отец работал. Мы работали в колхозе, помогали, все это деревенские дети. Значит, как только школа заканчивалась весной, уроки, мать сандалии у нас забирала. И мы все лето босиком. Понятно. Стерня, вот когда вот это вот скосит эту пшеницу, мы по ней как по ковру ходили. То есть, мама кем работала? А мама работала там в больнице, там костеляншей, то есть, ну так. Но в любом случае нужно было зарабатывать на жизнь, не было такого. Да, и корова своя была, как же, коров пасли, все. Когда вы впервые задумались о том, что определились в творческом выборе и ваша профессия актерство и театр? Да я не определился, знаете, потому что...
в той же Новгородке, там на Украине, мы уже в 4-м классе с братом старшим, в районном доме культуры, когда выступала школьная самодеятельность, там был номер, он назывался так: «Матросский танец яблочко выконывают браты Витько». Но ведь явно в такой крепкой семье вам говорили: «Володь, ну брось ты эту глупость, это же такая несерьезная профессия». Я вам больше скажу, когда уже в Алма-Ате я закончил 11 класс, а я уже в студии занимался, в галерке в Алма-Ате. И ребята вот, ну, мы выпустились, Вовка Назаров, Вовка Кравченко, там еще кто-то, девчонки, ехали в Москву поступать в театральные вузы. И поступали, потому что галерка давала хорошую школу. И я вознамерился поехать туда. Тятенька мне сказал: так, езжай, сынок, денег на дорогу мы тебе не даем, и вообще можешь уходить из дому. Все. Бездельников в нашей семье пока еще не было. Не было. Ужас какой. Вот. И он серьезно прямо это вам сказал? Серьезно. Сурово и серьезно. Он редко шутил. Маменька сказала: да что ж такое? Ты выучись на учителя. Вот, выучись на учителя, а там уже сам уже думай, как ты будешь. Так я и пошел учиться на учителя. Вот в чем дело. Просто чтобы уж совсем отец не отрекся, надо было идти педагогически. Вот, я учился на филфаке, закончил его, показал родителям диплом, что все в порядке, я уже с дипломом, они успокоились. А в это же время я же продолжал заниматься в студии и все равно пошел работать в театр. Потом уже я закончил ГИТИС. 90-е. Это были лихие 90-е, которые почему-то сейчас начинают вспоминать с теплотой. Я их не люблю, они были обманные, сложные. А вам удалось преодолеть, потому что в 90-е именно создалась вот та команда и тот костяк. И в 90-е именно появился театр «Галерка». И как-то уверенно так появился, заявил о себе, что он драматический. Угу. Ай, у меня была мечта создать театр, который бы ездил по городам и весим. Такой маленький фургончик там, я не знаю. Вот. Играл бы, где хотел, играл бы, что хотел. Такой, знаете, бродячий театр, где... Вот такой, знаете, вот... Но я же не знал тогда, что если делом заниматься серьезно, а мы им занимались серьезно, да, то оно имеет свойство, так сказать, разрастаться как-то вот все это дело. Вот. И здание появилось. Правда, я его сам нашел, правильно, да. Директором ДК устроился юность. Они искали директора ДК, я искал здание под театр. Ну, наши интересы совпали. Вот. Ну вот первые шаги «Галерки», они были такими неробкими, потому А я ничего не боялся. А потому как-то вы действительно ничего не понимали. Боялись. Абсолютно, да. А я не боялся. Вот. Мало того, я еще, когда мы стали муниципальным театром, буквально через несколько месяцев, я, знаете, как Нина Никандровна Брюнова, как выступала на совещании, говорила: и прошу прекратить эти приходы в департамент, хлопанью дверью и кидание шапки об пол. Так. Все поворачивались, смотрели на меня. Потому что это были вы. Я боролся за правое дело, да. То есть я же театр создал, я же это самое. То есть я был очень горяч и субъективен часто. Может, это помогало, может, это мешало, но во всяком случае был такой вот, ну, понимаете, учителя были хорошие. Я знал, куда я иду. Я в одном знал, что я прав. Я не сшибусь никуда ни вправо, ни влево, потому что для меня все-таки русский психологический театр – это для меня коренная система. Угу. Вот, понимаете? И Олег Николаевич Ефремов, незадолго до смерти, вот он, я читал сам лично вот это его слова, он писал, что, говорит, вот по истечении огромного количества времени я вот сейчас, находясь уже в таком вот возрасте и положении, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что я понимаю, что самый сложный театр в мире – это русский психологический театр. Вот. Я помню, когда мы приехали первый раз на гастроли в 95-м году в Санкт-Петербург, и мы играли там спектакли в театре на Литейном. И взяли Питер, я помню, говорили о вас. Наглецы были велики. На 21 день приехали, 7 спектаклей привезли. Но это, конечно, было нахальство великое, что там говорить. Но у нас были уже спектакли приличные там. И когда мы сыграли, и пришла жена Илюхина, был такой режиссер, который ставил нам спектакли. Молодая жена, она пришла и посмотрела «Рядовые». Это про войну. И пришла за кулисы в потрясение и говорит: Владимир Федорович, а что вы с собой делаете? Говорит, мы же так... А она в Александринке работает актрисой. Мы так уже давно не играем, сказала она мне. Я говорю, а зачем тогда на сцену выходить? Да. То есть, понимаете, вот как-то так.
Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Я в ваш театр внедрилась практически вот с головой в вампиловское время. Помните, мы с вами поехали в Иркутск, а потом еще раз туда ездили на фестивали вампиловские с вашим прошлым летом в Чулимске. Потом был потрясающий старший сын, и очень много там было открытий. Там конечно, блистал, да, здорово. В итоге вылилось это все в то, что вы поставили все пьесы Александра Валентиновича. Да, и горжусь до сих пор. И мы этот проект вернем. Обязательно вернем, потому что сегодня Вампилов, на сегодня, я считаю, это он и современен, хотя там в советское время все происходит, но Вампилов, как и Шукшин, как и Булгаков, кстати, они писали о человеке во времени, а не социальные какие-то проблемы поднимали, потому что проблемы социальные, они были и в рабовладельческое время, и в феодальное, и в коммунистическое, и в капиталистическое, а главное... Человек в этом времени. Да, сегодня вот, он будет созвучен. И поэтому для меня, например, вот что, чем еще дорог Вампилов? Тем, что он, как и вся русская литература, а за ней вся русская драматургия, это неправда, что они задают два вопроса, кто виноват и что делать. Я с этим совершенно не согласен. Вся русская литература и драматургия заняты только одним вопросом. Что есть человек на Земле? Правильно, вот это конечно. Самое главное. Понимаете, и когда я у Вампилова вижу этого Калошина, вот этих всех мужиков, этих женщин, мы только начинаем прозревать по поводу Вампилова. Вампилов сегодня для вас является таким же актуальным автором, как и в 80-е годы, когда взрыв. Даже более того. И особое внимание было приковано именно к тому, что он делает здесь и сейчас. Да. В чем вы сегодня видите его необходимость? Не актуальность, а вот необходимость, этот глоток воздуха сегодняшнему молодому человеку. Что он может там почерпнуть? Знаете, после него, из последних авторов, после него никто так с такой глубиной и так пронзительно не говорил о, вот буквально с гоголевской, с чеховской, с достоевской. Глубиной о возвышении человека и о падении человека. Да. Сегодня никто так не пишет. Угу. Один иркутский писатель, довольно известный, он говорит, да что там Сашка такое пишет? У него все так просто. Я попробовал, говорит, написать, ничего не получилось. Ничего не получилось. Потому что, а вообще иркутская земля. Вот вы знаете, для меня, вот Новосибирск для меня в первую очередь музыкальный город. Там опера, там симфонический оркестр, там консерватория, там все это, да? Вот Томск, ученый город. Там студенты, там все это. Сибирь, там древнейший в Сибири университет, все, да. Вот Омск – театральный город. А Иркутск? А Иркутск – литературный. Он литературный город, потому что там Вампилов, там Распутин. Да. Я помню, как мы делали «Деньги для Марии». А я придумал, что там должен звучать голос автора. Ну, несколько раз он там, так сказать. Я приехал в Иркутск, я договорился с ним о встрече. Я его уговаривал. Он наконец-то, он говорит, я не артист. Говорю, да если бы мне нужен был артист, ну чего бы я сюда приехал? Я бы и сам записал, в конце концов. Нет, мне нужен ваш голос. Конечно. Он согласился, дали нам студию в театре. Он увлекся, стал уже, вот давайте вот тут переделаем. Слава Богу, значит, все. А я все время его стеснялся. Вот вы знаете, я стеснялся его, потому что я понимал тогда уже, что передо мной стоит гений. Монумент. Конечно. Гений, глыба. Вот, такой с хриплым голосом таким, вот все это. И я как-то вот, с одной стороны, я с ним напористо, как режиссер, вел себя, потому что я его буквально заставлял, вот это вот слово. Ну да. А с другой стороны, когда мы заканчивали работу, я не знал, о чем с ним разговаривать. Я не знал, о чем с ним говорить, потому что я поймал, что ничего умного я ему не скажу. Да, такого, чтобы его заинтересовало. Он когда умер, я
он умер. У меня такое в душе было нехорошее состояние, такое, честно говоря. И вдруг звонит Крупин Владимир Николаевич. Наш писатель, современный русский, у нас спектакль есть и будет, и мы его вернем во Всеивановскую. Говорит, ты знаешь, умер? Я говорю, да, знаю, знаю. Ну вот, да, как-то так мы положили трубки, что называется. Я звоню ему снова. Я говорю, Владимир Николаевич, а когда чего? Он говорит, ну вот, послезавтра там, или завтра. Отпевание и прощание в Христа Спасителя. Я вдруг говорю, сам не ожидает себе. Я говорю, я приеду. И я отпросился, я прилетел утром, мы пришли туда. И хорошо, что был со мной Крупин, потому что он вхож там в семью, mm-hmm. и все. И я купил цветы, цветы я там положил на столик, но там люди шли, очередь огромная, и они шли все мимо. То есть они смотрят и проходят. А меня пустили, Крупин провел туда, и я подошел к гробу и попрощался, поцеловал, все. И вот я летел обратно. И вы понимаете, что вы должны были это сделать? Я вот, да. Это было... Это то, что я должен был сделать, и я это сделал. Это хорошо. Что за нити нас связывают иногда на каком-то абсолютно душевном, ментальном уровне? Мы же не проживаем с этими людьми жизнь, а завязываемся так, что практически вот до последнего дыхания. Да, мы же с ним редко виделись. Но я вам скажу так, что когда началось... Проект, здание, стройка там начиналась, потом заканчивалась. Крупин и Распутин, они мне сказали, что мы на открытие здания к тебе приедем. Угу. Ну вот, остался Крупин. Даст Бог, даст Бог. Вот, а мы тоже редко видимся, но... Ну, понимаете, мы редко видимся и со многими друзьями, которыми много пережили в юности, да. Да, и в молодости. Но это не значит, что мы друг другу недороги. Просто мы знаем, что они есть. Они знают, что я есть. И в любой момент, когда им нужно, я все брошу и помогу. И то же самое и они. И если им нужно будет, они все бросят и помогут. Это очень важно. Знать, что у тебя есть такие люди. Иногда нужно действительно прыгнуть в самолет и приехать, пока живы. Да. Вот. Правильно. Правильно, конечно. Вы сейчас только что сами сказали о строительстве здания. Эта тема совсем не творческая, может быть, скучная для творческая, кого-то. Еще как творческая. Но для меня это очень интересная история, потому что новое здание театра – это новая жизнь театра со старыми традициями и с концепцией театрального дела, которую мы с вами тоже неоднократно обсуждали. Что же там происходит на сегодняшний момент? И когда мы перережем ленточку, Владимир Федорович? Знаете, что я вам скажу? Во-первых, открою небольшую такую тайну. Дело в том, что если не учитывать Москву и Санкт-Петербург, то все театры, которые образовались в начале 90-х годов, вот новые вот эти там, муниципальные, потом областные, государственные все, да, и которые сейчас работают по сей день, они работают в бывших ДК, ну, немножко модернизированных, ну, да. Немножко там чуть-чуть переделанных. Но вот так вот, чтобы, по сути, оставить три стены и создавать из 2800 квадратных метров 7800 квадратных, это в России впервые. Угу. Еще раз говорю, если не учитывать Москву и Санкт-Петербург. Там театр Калягина, там Фоменко и прочее. Да. И... Я горжусь тем, что мы удостоились такой вот великой чести. Это будет абсолютно новая жизнь. Угу. Это новый виток. Это театр. Это будет, ну, просто вот... это вот, что называется, взлет в космос. Угу. Потому что, ну, все для... Там все продумано до мелочей. Там каждый квадратный сантиметр просчитан. Там даже гримерки. Каждая гримерка – это душ-туалет. Каждая. Там комната для релаксации, там, я не знаю, там все. Ну и, естественно, полный набор для того, чтобы можно было репетировать, хранить костюмы. Два репзала, два репетиционных зала, да, там костюм. Ну все, все просчитано, и даст Бог это все. Вот, последний приезд Мединского 25 августа расставил все точки над «и».
Вот, насколько мне известно, он сказал, что 1 августа 16 года. 1 августа 16 года. Мы разрезаем ленточку, и поскольку мы приглашаем Владимира Владимировича Путина, то он должен войти в это здание. Вот и все. А там вот что хотите, то и делайте. И, знаете, но все равно успокаиваться не надо. Все равно у меня тревожно на душе, пока мы не разрежем ленточку, действительно. Потому что это... Новое здание, это, знаете, это... Иногда мне кажется, что это уже несбыточная мечта. Иногда, когда я уже вижу, как кладут кирпичи, как работает... Вера возвращается. Как работает кран, как он таскает это все. Я сразу, так сказать, оживаю, начинаю улыбаться, радостно мне на душе. Я поняла, что Вампилова восстанавливать будете полностью. Да, все 5 спектаклей. Но, к сожалению, к великому сожалению, это горе наше, у нас ушел из жизни народный артист России и... Юрий Григорьевич. Это, понимаете, вот... Гребень. Гребень. Юрий Григорьевич, он... Это тот самый случай, когда мы понимаем, кого мы потеряли, когда уже потеряли. Когда уже потеряли, потому что у меня была с ним сложная жизнь, особенно в первые годы. А с ним не бывает легко, потому что это человек такой, он гигант. Цельный, настолько. Но последние годы мы с ним понимали друг друга вот с полуслова. Угу. Представляете, вот у нас был одно время такой схлёст сильный очень в кабинете, там все двери позакрывали, чтобы только не слышать, что там у нас происходило. Но вы уже умели считать до 10 тогда? До 15. Угу. Но после этого вдруг мы стали друг с другом каким-то вот... То есть как будто вот был лед, а потом вдруг раз, лед ушел, и пошла чистая вода. Прекрасно. Угу. Этот наш схлёст, он нам дал понять, что мы можем так навредить делу друг другу, самим себе, что лучше этого не повторять. Вот. И вот когда мы это поняли, каждый сам себе, потому что мы не сговаривались... Угу. У нас все пошло как-то очень ладненько. Угу. И вот и последние его работы, это было просто мировое. Это вот последний раз, когда он играл вот Снегирева, братьев Карамазовых, угу. Вот там, в Сочи, на 3-м федеральном фестивале, как написано было в рекламе, лучшие спектакли ведущих театров России. Гордились, что мы от Омска, да. Вот. И Ольга... Михайловна Яковлева, председатель творческого жюри, там была еще техническая, она специально вытребовала именно для него за роль Снегирева диплом за эту роль. Мало того, она просила ему передать, мне говорила, что я, говорит, несколько платков поменяла, сколько я изрыдалась, когда он играл эту роль. Действительно, это было потрясающе. Спасением своим клянусь, что нет. И никто никогда не узнает. Только мы, я и она. Алексей Федорович, выслушайте. Ведь сейчас минута такая. Выслушайте. Ибо вы даже понятия не имеете, что значит являете 200 рублей. Кроме того, что это честно приобретено от столь уважаемой седой сестры, я на эти деньги лечение милых существ принять могу. Курсистку в Петербург направлю. Говядины куплю. Диету новую заведу, господи. Да ведь это же мечта. Стойте, Алексей Федорович. Достаньте ли вы? Что мы впредь с Илюшкой-то мечту-то свое осуществим? Купим лошадку-то кибитку, да лошадку-то вороненькую. Он непременно хотел, чтобы вороненькую. Да и отправимся, как 3-го дня расписывали. У меня в Экской губернии адвокат есть, знакомый с детства, приятель. Так вот, передавали через верного человека, что если я приеду, он у себя на конторе место письмоводителя будто бы даст. Да кто ж его знает, может и даст. Ну так посадить бы Маленьку. Маленьку. Посадить бы Маленьку. Маленьку. Илюшку править посажу. А я бы песочка до всех бы и повез. Господи, да если бы должок еще пропасть и здесь получить, может достанет и до этого. Достанет.
что с вами? Что с вами? Васильевич, а хотите, я вам сейчас фокусик один покажу? Какой? Фокус. Какой фокус? А вот какой. Глядите. Видели? Пославшим вас, что мочалка чести своей не продает. А что бы я моему мальчику-то сказал, если бы деньги-то ваши за позор наш взял? Все-таки хочу завершить тем, чтобы повторить 1 августа 16 года. Ждем. С нетерпением разрезания ленточки, потому что на самом деле театральное ваше путешествие должно завершиться потрясающим вот таким вот, мне кажется, аккордом, в котором прозвучат все-все-все те ноты, о которых мы сегодня с вами проговорили, и они на самом деле чистые. Даст Бог, даст Бог. Спасибо вам большое. И вам спасибо.